Добро пожаловать! Наконец-таки мы возвращаемся к модам для Half-Life 1. В данный момент мы проходим Half-Life Echoes. Ну что? На этом самом месте мы закончили предыдущую серию. И что было? Мистер Френдли пытался пробраться к нам и сделать что-то не очень хорошее. Далее мы здесь остались в заперти. Так, смотрим, что, где есть, для чего, чего, куда. Игрушку я обновил. Не знаю, как это повлияет на сейвы, но факт в том, что я ее обновил. Посмотрим. Так, что у нас здесь? А, позволь, говорит, я использую свой код. Я помню, что нам нужно было выбраться с главного пульта охраны. Что-то такое. Красавчик. Очень, вообще. Half-Life Echoes вешает любой ПК, любую систему. Что-то не так. Что-то мешает нам оставаться на связи. Ну, пойдем. Так. Понятно. Так, там мы были вроде бы как. Здесь у нас что? Здесь у нас... Пойдем. Наверное, сюда. Так, и здесь мы тоже были. Получается, мы видели, как военные сюда забирались. Но там, если мне не изменяет память, есть такой пункт охраны главный. Вот там мы не могли открыть дверь. Там то ли Джиман мешал, то ли чё. Ты идешь? Эй. Альдебаран. Военные ходят, кто-то кумарит, сидит, курит. Ну чё ты встал-то? Пошли. Пойдем, 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 пойдем. Там война идет. Вот так вот не играешь и начинаешь забывать повествование любое. Ну иди сюда, иди, 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 мой хороший, быстрее, пожалуйста. Ну чё ты встал-то опять? Ну пошли, 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 пошли. Вот это валенок. Ой, ёк. Пугаешь. Огорчаешь и пугаешь. Пойдем. Так, что у нас здесь? Опа. Вы, говорит, не в тот терминал попали, мистер Фрин. Ну, и не терминал уж, в общем. Не работает. Я, говорит, вас пропустить не могу. Это фраза из оригинального Half-Life. А что за тьма-то такая? Мы здесь вроде бы бегали, что-то воевали. А, да-да-да, было-было дело. Так, ну да. Судя по всему, вот это место и вот этот шлюз. Где? Ты где? А. Нет, это я понял, да, но... Давай, открой. Как? Я помню, что... Да, вот, наверное, здесь нужно. Давай, 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 давай. Ага, молодец. Clearance level 7. Required for entry. Блин. Ты чё, дурак? Шутки такие. Ну давай, стой. Давай, защищай там, что-нибудь делай. Так, что у нас здесь? Аптека. Компьютер. Это Lambda Labs, кто-нибудь нас слышит? HEV валяется. Так. Торговые автоматы. Туалет. Вау. Что-то здесь прям как-то все прям... Можно любоваться за стеной, да? Все видно, все. Можно почувствовать 3D объем. Нет, ты... Не самое приятное, что может случиться с главным героем, но приходится периодически этим заниматься, да? Блин. А подышать? А подышать? О, ноу. Сломай нафиг эту систему. Ух. Так, восстанавливайся, я что-то прям заигрался там. Так, наверное, куда-то сюда. Вообще, пока... Ползи уже. Вот.
пока то все. Ага, это получается он сделал пугалку, вырезал отсюда и был таков. Кто-то его нашпиговал стрелами с арбалета. Нет. Капец, даже эмоции сделали. Так, вы нужны мне двое здесь, прежде чем я открою эту дверь. Йох, опять снайперы. Ну все. Eliminate Freeman. Угу. Фриман убит. Конец связи. А, нет, это не Фриман, оказывается. Ублюдки. Что-то там. Кто-то там идет. Прямо перед нами. Йок, там плохо все. А, ну, наш братан Гаргашк. Вот это пати. А может я как-то это отбегу? Ребята, может я как-то отбегу по-братски? Так, тут он всех палит, а там что у нас? Может мне тут какой-то вариант смотаться сюда? Нет, там явно не то. Мне там делать нечего. Тут разборки. Музычка. Ну, пали, пали их, пали уже, пали. Там их слишком много. Давай, братан. Сделай за меня. Йоок. Вот ты тело опухшее. Вот ты опухшее тело. Меня-то за что? Бичи. Совсем все плохо. Капец. Суета. Ну, давайте еще раз просуетимся, посмотрим, что из этого получится. Короче, нам просто сюда надо свалить, и все. Все. Только увидел, что надо было туда. Гениально. Думаю, ну, разок еще раз попробую, поиграю, пробегусь и пойму, что надо сделать. Да. Вот она, внимательность. Оу, дэммит. Бич. Времени. Ты дурак, что ли? Совсем, что ли, ребята? Ужас. Агрессоры. Мать их за ногу. Даже здесь свое дно оставили. Я говорю. Так. Фу. Это было сложненько. Так, отсюда могут появиться ребзи-то. Там что-то есть. Там что-то, наверное, ценное. Надо переключиться на оружие. Да. Так, красный. Если красный, значит, что-то опасное, видимо, да? Ну да. Да. Это что за тут обнимашки друг с другом? Это жутко смотрится, конечно. Жесть. Хорошо. Идем дальше. Эти продолжают воеваться. Эх, аптеку бы какую-нибудь, может быть. Ну, да, более-менее. Так, зеленый свет. Если зеленый свет, значит нам сюда. О. Так. Понято, принят. Ой-ё. Ой-ё. Так, наверное, я сделал все правильно и вовремя. Как-то вообще прям шухерно.
Ashes. Or medic. Чё-то как-то мне это не нравится совсем. Вообще. Здесь все в растяжках и в турельках. Можно так сделать? Конечно. Наверное, нужно. Не то чтобы... Ага. Есть. Откуда ты выбрался? Чё? Понятно. Фу. Да, игра, конечно, держит в тисках. Похлеще любого. Класс, точность, конечно, класс. Похлеще любого хоррора, как можно так выразиться, да? Держит в тисках игра. Прям реально, мод даже, не игра. Ага. Это мы опять сюда выбежали. Так. Окей. Они, получается, от гаргантюши отстреливаются. Ну-ка, получится, нет? Они все взрывают после себя. Но толку? Скаты. Так. Позвольте, позвольте, позвольте. Позвольте. Что у нас? А, это то самое место. Ёкалэмэнэ. Вот не сразу дошло, что мы попали туда же, где были. Однако. Ну, прошло какое-то время, пока мы здесь бродили. Они тут уже все заминировали, все сделали. Вода перестала течь, кстати. Точно. Ой. Вот это я разогнался, да? Ага. Сохранимся. За угол спрячемся. Нормально. Не так уж и плохо. Окей. Это получается... Угу. Именно что получается, так. Турельки. Были здесь, были. Только здесь, смотрите. Слияние происходит все быстрее и быстрее. Так. Слияние двух миров. Если быть точнее. Что-то у нас как-то комплектует, и это меня пугает. Ты чего там хотел? Друг. Чё ты там выискивал? Лимонадика? А! О! Чё за жесть творится здесь? Чё, лагает всё. Жесть, новые игры не лагают, так как лагает старый. Хоть и мод. Так... Там, значит, тащили кого-то. Красное означает угроза. Лала. О-о-о. Stay alert, people. People, stay alert. Чекин. Хочу, хочешь, я тебе такой чекин сейчас сделаю, смотри. Медик? Кто-то же. Так, хорошо, ждем. Ждем, ждем, ждем. Все-таки я выманил, значит. Чьи там кишочки трещат? А.
понятно. Эффектно. О. Ну что ж такое-то? Дерзко. Понятно. Укрытие прячь, сволочь какая. Фу, так, хорошо. 129 патронов набрали. Спасибо. Чик. Здесь я кого-то потрепал все-таки гранаткой своей. Молодец. Movement check. Movement check. Сейчас такой movement. Где? Где ты есть? Ты как Дюк Нюкем прям. Come and get some. Оу-оу-оу. Пока. Вовремя подоспели. Спасибо. Фух. Выживались как будто. Так. Есть такой момент. О, блин! А вот это было неожиданно. Фары еще эти дурацкие ваши. Все, нет. О-о-о-о. Нет, не все. А как же мне тебя снять? Потихонечку проползем. Чё? Да задрали. Растерялся аж. Так, хорошо. Еще гранатки. Да японский дрифт. Что там произошло? А, все. Все погнуло здесь, короче. Удачно мы рванули. Где турелька? Жесть какая. Как? Че, лагает как... Выкву тела. Вообще гасят по-черному. Все, капец. Лаги на лагах, а? Автор писал. Возможно, беда. Тут не то слово беда. Здесь Алис, а не беда. Cover my ass. Тут сам себе прикрой свой зад, понял? На. Чё-то вас там слишком много. Сейчас порвет меня. Япона мать. Вот это шквал. Так, хорошо. Хорошо. Может быть, с арбалетов их поснимать тихонечко. Тактично как-то. Нет, получится, нет. Нет. Уже не получилось. Хотя можно. При желании.
Так, там взрыв пошел. Сами себя. Давайте. Ай, блин. 59 здоровья слабо. Перезаряжаемся. 59. Нет, это... Это капец. Эти фонари вообще отвлекают. Специально сделано. Понял. Интеллект, конечно, на уровне. Вообще, вот из-за таких вот микромест они начинают от души попадать. Причем конкретно снимая здоровье. Угу. Ну, сохранимся. Лучше заранее видеть. Чем не видеть вовсе, да? Прости. Так вышло. Но баланс, опять же, отлично сделан. Подобран четко прям. Все эти вещи. Прям таки... Ну, если столько лет разрабатывать, то, конечно. Очевидно, да? Так, здесь они собирались оттащить своих ребят. Да здесь арсенал. Прям как на войну. Окей, игра вылетает периодически. Ну, это связано с модом. Не сам Half-Life, конечно же, но постараемся как-то разобраться с этим. Чего, фейлор? Чё там такое? Чё происходит? Так. Прыгнуть. Там что-то... Ты чё там делаешь? Чел какой-то сидит. Ну, в общем, сотрудник. Лаборант. Что-то, походу, приманка какая-то. Сейчас заманят. И военные выбегут, и нас разорвут, да? Мужик. Ёксель-моксель. Ёкаламане. Снарки. Не, надо было дробовик брать. Ясно. Чё за гейство? Эта штука не срабатывала, я в нее активно целился. Думал, ну если они выскочили же отсюда. Соответственно, я хотел пульнуть сюда и все, и взорвать. Ой, блин. Короче, все. Новая ловушка — это снарки. Да еб... Японский дрифт. Нервы скоро сдадутся этой игрой. С этим модом точно нервов не хватит у меня. Почему эта шляпа не взрывается? Сейчас опять появится, да? Может, лучше на трупы не наступать? Ну, лучше как бы да, наверное. Здрасте. Короче, будем сейчас метаться вот так. Они сами повзрываются, когда надо будет. Япона мать. Просто Содом. Суета просто на суете. Норм. Ах ты какой! В
Ну чё, норм? Норм. А это не для нас. Не про нашу честь. О, нет, туда я не полезу. Там эти снарки сейчас созревают. Это нам не нать. Так, вроде лагать перестало. Надеюсь, и вылетать не будет теперь. А если мы сделаем вот так? А, нет. Это не то. Я думал, сейчас там взорвется все. Ладно. Все, взял. Взял. Так. Чпак, чпак, чпак. Здесь точно все? Все. Ну, ребята. Че, вообще здесь все просто заколошмачено. Лифт. Ага, все самбо. Все просто в запустении в таком, что уже сложно понять вообще, что происходит. Сломано. Пар. Может быть, ящики сломать? Или лифт открыть все-таки вот этот вот? Сейчас попробуем. Нет. Сектор H. Транспорт хаб. Трэм стейшн. Нет. Не судьба. Хватит трясти его, да, уберем от греха подальше и издеваться над животным. Так. Ага. Есть смысл? Не прижмет? Надеюсь, что нет. Кстати, да, лагать перестало. Блин. Это не очень удачно вышло, да? Все? Ага. Movement check over. Именно что over. Сейчас, just a second. Кто стрелял? Ах ты, гондурас! А вы наверху. Ладно. Сейчас. Ох. Гондурас. Могу? Могу залезть. Так, вот это напра. Ну, напруга. Я зато потом скажу, что за слова неправильные, непонятные. Напра. Какая напра еще? Напруга. Напрягаюсь. Заграждения тут пулеметные. О, все ясно. Это не про нас. Поэтому мы сливаемся просто тактично. О, здрасте. Стоять, блин. Давай. Кто след... Показалось. Игра воображения уже пошла. Только не лагай. В самый ответственный момент только не лагай, я тебя умоляю. Смотри, как я могу. Дал. Диагональ. Решает. Ну, когда-то. Нет подствольных? Нет. А есть что-нибудь? Вот. Угу. Сколько, по две надо? А чего она наверх-то стреляет? Куда она там в потолок бомбит? Ладно. Все настолько засекречено, что даже стекла не бьются. In case of fire. Разбейте, выдавите шнур. Блин.
Выдавить шнур и все. Смотри. Смотри. Иди сюда. Иди. Иди в расщелинку. Иди в расщелинку, говорю. Гондор раз. Предупреждал. Так. Весело живем мы сегодня. Прям что ни день, то праздник. Работает система. Здрасте. Check-in people. Только сюда заходить не надо, ладно? Сейчас я быстренько решу вопрос. И пойду дальше. Так. Окей. Hold position, короче. И все такое. Там сами. Дальше, ладно? Так. Так. Ага. Подах. Нет? Не, не подах. Так, хорошо, сейчас тогда. А вот, emergency outlook. Пошел? Пошел. Короче, на. Ох, йо. Только не ко мне. Только не ко мне. Там сами разбирайтесь, но не надо ко мне бежать. Сейчас я еще пойду выпущу парочку. Не нравится? Move people, вот тебе. Негатив. Блин. А, нет, 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 нет. Только не лагай мод. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Что там происходит вообще? Просто бойня какая-то. Я здесь сам в стороне отшумелся. Отсиделся. Так. Гарыч пришел. Я помогу, ладно? А нет, не Гарыч. Там ребята различные. Не, эта шляпа не помогает. Короче, это шляпа, точная шляпа. Шляпа шляпная. Тут надо самому. Руками, ручками, ручками, ручками. Как говорят, ручками. Понял. Ты смотри, а. Лучший вариант, вот пистолет. Мобильно, быстро, не затратно, не жалко. Нет, конечно, можно и вот этой фигней пострелять. По-моему, она... Ну, на дальних расстояниях, да, вот близко я уже ничего сделать не могу. Все, нет, кто там еще? Еще один где-то есть. Понятно. Бюджетный мой вариант где? Вот он. Вот лучший вариант. Лучший. Нет, все-таки надо посмотреть, в чем проблема этого мода. Все-таки от разработчика какие-то советы применить. Лагает, как будто бы играем, не знаю во что. 2020 года игра.
успокойся, собака. Ну что ж, здесь я предлагаю серию закончить. И уже в следующей серии продолжить играть дальше. Всем хорошего настроения, постараюсь все исправить. И встретимся, услышимся в очередной части этого замечательного мода. Правда, лагает как зад. 20 кадров. Ладно, все, до новых встреч, пока.